В Батырском районе около спортивного комплекса «Патер» открылось современное футбольное поле с искусственным покрытием. А житель села Батырево Юрий Белинов построил перед своим домом современную площадку для мини-футбола за свой счет. Теперь для тренировок юных футболистов есть все условия. Подробнее у Рифата Фаткулина. Зеленое поле для юных батыревских футболистов, как Таиланд для туристов – одно удовольствие. Целеустремленный Саша с товарищами по мячу методично оттачивает навыки на свеженькой 30-миллиметровой траве. Мне нравится, мы тут часто играем с братом, с друзьями. Мне нравится футбол, но я от этого получаю удовольствие. Мне нравится пинать мяч, там, играть, там, вот это вот, с голы забивать, вот это вот все. Тренировка. О чемпионате мира сейчас говорят все. Юные футболисты мечтают на нем оказаться, а пока тренируются на новом искусственном поле. Смотрят матчи по телевизору, а после идут пробовать свои силы. Я переживаю за сборную нашу, Россию. Все-таки поддержать хочется, чем тоже хочется попасть в какой-нибудь большой футбол и начать хорошую карьеру игрока. Я думаю, что в чемпионате мира Россия победит. И в финале она встретится, допустим, со Францией и выиграет ее с учетом 2-0. Будущим звездам футбола поле пришлось по душе. О нем здесь мечтали давно. Футбольное поле хорошее. По сравнению со старым, на этом поле хорошо бегать. Сцепление с газоном хорошее. Если упадешь, ничего не болит. У меня есть мечта попасть в московский ЦСКА. И что ты ради этого делаешь? Я ради этого тренируюсь каждый день, кроме воскресенья. Новое поле обошлось в 10 миллионов рублей. Эти средства были выделены в рамках инвестиционного проекта по развитию физической культуры и спорта Чувашии. Футбольная площадка с размером 60 на 90 метров дает возможность принимать турниры республиканского уровня. Мне приятно, вот иногда тоже прохожу, смотрю, постоянно, целый день, вечером и ночью тут ребята играют. Я думаю, вот это самая большая радость, когда что-нибудь там строишь, и от этого получается как бы результат, что необходимо на самом деле было. Вот это нас радует. У нас и молодежная, и ветеранская сборная команда по футболу есть. И дальше будем развиваться. Выбежать во двор и поиграть в футбол – мечта любого мальчишки. Ребятам на улице Комарова села Батырево повезло. У них во дворе появилась площадка для мини-футбола. Ее построил перед своим домом Юрий Белинов. Зажечь в ребятах азарт и привить им любовь к спорту, здоровому образу жизни – вот какую цель он преследует. Энтузиазму, энергии и трудолюбию Юрия Анатольевича можно только позавидовать. Всю конструкцию он сделал своими руками, помогали друзья. Поле оснащено профессиональным искусственным покрытием и надежным ограждением. Имеется освещение, видеонаблюдение и даже системы для обогрева. Поэтому играть и тренироваться здесь дети могут круглый год, причем абсолютно бесплатно. Футбольная площадка обошлась в 600 тысяч рублей. Это собственные деньги Юрия Белинова. Идея появилась еще в дальнем детстве, когда приходилось бегать по плохим полям, в плохих условиях. А чтобы дети выросли хороших мастеров, нужны хорошие поля, хорошие площадки. А особенно на начальный уровень детям нужны такие вот маленькие площадки, которые находятся недалеко от дома, когда дети могут сами спокойно до них дойти, без запаса поиграть. И в этом возрасте именно прививается интерес детей к футболу. Там же здесь как-то уютно, безопасно, все ограждено, и даже сетка сверху есть. Играть сюда приходят не только местные, но и ребята из соседних дворов. Площадка универсальная, тут же можно и мяч в кольцо бросить, и ракеткой по валану ударить. Есть батут и настольный теннис. В свободное от работы время Юрий Белинов сам тренирует ребят. Он признается, что делает все возможное, чтобы дети росли здоровыми и счастливыми. Рифат Фаткулин, Игорь Зверев, Республика.